Так, все вроде бы работает. 649 литров в час водорода у нас. Пока максимально, можно немножко получше сделать, когда мешаешь. Ну, 600 это достаточно. Больше, чем достаточно. Короче, так, ребята, заправил я ее. Немножко были проблемы. Перезаправил, короче. Не включалась нормально с газом. Вот. Так, все нормально. Выставил время. 57. Сейчас отчитывают. Где-то час. Вот. Вход сюда. Включаем. Вот, только завелась машина, стоит датчик, вот стоит датчик, если машина останавливается, значит, моя водородная машина должна остановиться. Ну, посмотрим. А, остановилась. Включаем обратно и пошло. Так. Что у нас тут? Газ нужно отправить. Выпуск. 220, 300 литров, 400, 500, 600, 650 литров газа, водорода, то есть входит в мою машину. Двигатель. Привет всем, ребята. Будем делать час вторую. Замешал я, короче, электролит. Вот. Электролит мешается с потасиум и с, я не знаю, как по-русски будет, deionized вода, короче, которая в аккумуляторы заливается. Вот. Все это замешано. Будем сейчас заливать его.
перчатки надо одеть, потому что обожжемся нафиг. Температура у нас 31-32 градуса. Заливать можно при температуре 60 градусов. Так что будем заливать. Двенадцать литров воды и 3 килограмма потасиума. Все это надо было мешать, ребята, чтобы получить этот водородный состав, так сказать. Светим, короче. Ветер какой. Светим надо очень осторожно, потому что это хуже, чем кислота. Она только обожжет руки, все. What's happened here?